Всем привет, с вами Молния 100, и сегодня мы продолжаем проходить прототип 2. Так, сейчас нам надо сбегать к терминалу Blacknet. Он вроде тут близко, да. Он тут близко. Так, вот он, да. Сейчас. Так, используй терминал Blacknet. Сейчас использую. Да, уйди. Так, вот, доступ. Надеюсь, доступ у меня есть. Так, да, вот он. Требуется логин. Обосрались. Так, сейчас он поговорит, так, тут пока что. Доктор Сандра Биллинсли. Она ведущий исследователь в Кентаке. Ты точно приближаешься к Руссу. Я разыщу ее. Так, и теперь нам охоту легче. Блин, опять охотится. Ну, это даже прикольно. Так, так, подожди, а почему мне... Так, ладно. Охота... Откуда? Ага, оттуда. Так, у Сандры будут незваные гости. Так, а, мы близко к церкви, да? Так, охотимся пока что. Подожди, это где-то близко. Да, где-то вот там. Даже в том доме где-то. Так, да. Куда падаешь, идиот? Так. Даже не... вот тут где-то. Так, давай охотимся. Так, вот тут вот. Да, вон она. Это она? Вот этот мужик. Так, вроде нету военных. Поглотим. Так, я что, не спалился? А, да, это... У меня же есть такая... Скрытно поглощать. Так, пропустим эту нудью. Так, вот она. Тут они облино. Так, пропустим. Да, да. Так, да, я не спалился. Так. Ну, зато я знаю, куда черный дозор тащит людей. Рокс лично контролирует операцию Гентек по захвату и испытаниям. Если ты проберешься в этот комплекс, ты наверняка узнаешь, где Рокс. Это уже какая-то пустая трата времени. Так, все, теперь мы направляемся к нормальному заданию. Заданию. Это идите к комплексу Гентек. Чтобы узнать расположение доктора вроде, да? Ой, прости, столбик. Так, пока добежим сейчас. Так, у меня пока только когти есть. Я очень хочу руки-молоты, потому что с ними вообще очень классно. Даже лучше, чем с этим сраным клинком. Он тут вообще дебильный. Руки-молоты самые лучшие тут. Ну, лишним для меня. Так, я лучше пропущу, пока буду до него добираться. Так, все, я тут близко подобрался и... Так вот. Хорошо, слушай, на базах черного дозора и Гентек геометрические системы безопасности. Вот, да. Сейчас нам покажут, что есть система безопасности, где нас могут от радиации спалить. Или от вируса, я не знаю. А, сканер. Примите облик военного, чтобы проникнуть в запретную зону. Сейчас ему. Надеюсь, такой военный вам подойдет. Я не знаю просто. Надеюсь, да. Да беги уже. Так. Использовать. О, да. Подошел. Так, вот от этих зон надо подальше. Так, блин, подождите. А чьи за красные зоны? Я забыл. Они вот ничего такого не делают. Так, поглотить его. Я лучше поглощу его скрытно. Так, а что это за красная зона? Мне вот просто интересно. Я лично без понятия. Так, я лучше его как-то пытаюсь скрытно. Ой, сори. Так.
захватить. Да, можно ключики. Так, да, вот так лучше. Чтобы попасть в комплекс, не подняв тревогу. А, нет, пока что там эти радиационные датчики не дадут. Так, давай, давай, руку свою суй уже. Да, давай, прям сквозь одежду. Так, вроде сейчас зомби надо будет биться. А, не, сейчас мы щупальца получим. Как я помню. Так, да, 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 пропускаем. Ой, я не то нажал. Доступ разрешен. Главный ученый, доктор Дженовеза. Ай, и сейчас Джаггернаута вроде встретим. Я уже забыл тут все. Подожди, а где мой автомат? Куда он делся? Нет. Так, здесь можно и побегать. Так, опять поглощать? Да, 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 пропускай. Проверить, виден ли командир. А, да, вот сейчас на. А, ну сначала сожру он того. Да, 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 уже все. Да, кстати, вот это такой тоже неплохой способ. Сейчас. Так, я надеюсь, скрытно его поглотил. Так, да, и теперь жрём этого. Иди сюда. Да. Так, и... Да, опять сканер, что ли? А, теперь повыше. Я не помню, кажется, эта миссия очень долгая, или если здесь есть Джиггернаут, то она очень даже прикольная. Вот все из-за этих умных сканеров. Так, вот. Давай уже. Я хочу биться. Используйте К и Иш. Знаете, кто Ви доктора? Кто Ви доктора? Да не, я не буду в него стрелять. Так, кто его видит? Ага. Третьего рода видит. А этого кто-нибудь видит? Так, о, этого никто не видит. Так, блин. Можешь автомат бить? Идиот! Да, положи. Так, его никто не видит, да? Нет, никто. Скушаем его. Да, почему-то он тут военный нас вообще не спалил. Так, значит, вот этот нас видит, да? Так, 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 так. Нас этот не... Ой-ой, чуть не спалили. Так, не видит? Как-то его могут не видеть. Это наша возможность. Это очень большая возможность. Так, вот. Да вы издеваетесь? А-а-а. Ну давай уже. Я у компьютера, что мне нажать? Сначала нужно... Капсулу. Так, вроде все. Так, пойти-ка покиньте комплекс. Да, давайте лучше с... куда ты, придурок? Ё, чуть не спалился. Давай, давай, спадайся. Я больше так прыгать не хочу. А-а-а. Еще бы чуть-чуть. Так, покиньте. Покинул уже. Я что ты смотришь? Активируй. Так, и что, это все? Да нет, это не все. Или все? А, покиньте комплекс окончательно. А, да, вот теперь датчики эти появились. Радиационные.
Ну иди его. Так, а там кого надо поглощать-то? Он тут не спаста, я это знаю. Так, ну не для прототипа это ходить через дверки. И чё? Да никто тебя не спалил, чё ты? Сама беспалевность. Так, всё? Так, всё. Ну, на этом всё. Мы завершили с вами задание Stronghold 4D. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на канал друга и... Чё ты делаешь? А, ну да. Заходите на канал друга и на мой второй канал по Майнкрафту. И всем пока. А, вот, это... Так, давайте навык какой-нибудь изучим. Смерть с небес, эксперт рукопашный, рука-ракета, увеличивает урон скорость метательных атак, это мне не надо. А, увеличит радиус поражения рукопашной атаки. Увеличит урон атак с воздуха. Но пока я с воздуха не штурмую, я вот это вот. А вот потом я буду штурмовать. Так, на этом все. И спасибо, что смотрели видео. Всем пока.